В России существует государственный стандарт ГОСТ Р-50-597-93. Он описывает требования к дорогам и обязывает власти устранять дефекты – просадки, выбоины, торчащие крышки люков, выпирающие железнодорожные рельсы. На дорогах, где ездит много машин, по ГОСТу повреждения должны устраняться за 5 суток, во дворах – за 10. В документе указано, что, внимание, предельные размеры отдельных ям и выбоин не должны превышать по длине 15 сантиметров, ширине 60 и глубине 5. То есть, если в яму помещается хотя бы половина кроссовка, то ее должны заделать. Посмотрим пример. Эта дорога соединяет дворы домов улицы Касимовская, шоссе 54 и Новоселов, 35, корпус 4. Ямы здесь, мягко говоря, не соответствуют ГОСТу. В России существует закон о безопасности дорожного движения. Согласно ему, ремонтировать дорогу должен ее владелец. Городскими дворами и дорогами владеет город. Если в городе запущены дороги, значит, городские власти не соблюдают закон. Следить за исполнением закона должны органы МВД и, в частности, ГИБДД. К ним и обратимся. Есть два способа пожаловаться на дефект на дороге. Подать официальную жалобу на бумаге по почте или воспользоваться онлайн-сервисами. Мы выбрали второе. Заходим на официальный сайт ГИБДД. В блоке онлайн-сервиса выбираем прием обращения и нажимаем зеленую кнопку для заполнения анкеты. На открывшейся странице выбираем наш регион. На все обращение уйдет не более 15 минут. Сделайте 3 снимка дефекта на телефон при дневном свете. Общий план с домами, дорожными знаками и магазинами. Запишите, где находится яма, а в тексте без лишних подробностей и отступлений обозначьте дату и место обнаружения ямы. Сошлитесь на законы, коротко опишите дефект и скажите, что хотите, чтобы эту яму убрали. Жалоба с этой страницы поступит в ГИБДД и будет рассмотрена в те же сроки, что и письмо по почте. За следующие 30 дней сотрудники ГИБДД обязаны съездить к указанному месту, найти и сфотографировать яму, составить акт, выдать городским властям предписание и отчитаться перед вами о проделанной работе в ответном письме. При этом необходимо запомнить, что закон обязывает власти устранять ямы на дорогах за 10 дней. Насколько эффективно и быстро сработает эта система, планируем вам рассказать уже в середине августа.